Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Как и обещала, сегодня мы едем на машине на остров город Коронадо. Есть 4 варианта добраться до острова Коронадо из Сан-Диего. Поехать по красивому мосту, сесть на паром или водное такси через залив, или проехать через 11-километровый полуостров Серебряный берег. Мы решили ехать на остров через мост Коронадо длиной в 5 километров. Виды на автомобиле с изящной синей арки культового моста Сан-Диего-Коронадо не имеют себе равных. С этого моста видно даже Мексику. Коронадо находится в округе Сан-Диего и является одним из лучших мест для жизни в Калифорнии. Жизнь в Коронадо предлагает жителям ощущение сочетания города и пригорода, и большинство жителей владеет собственными домами. Мы сегодня на острове Коронадо. Вот такой красивейший вид отсюда открывается на Даунтаун Сан-Диего. В Коронадо много баров, ресторанов, кафе и парков. Остров красивый и отличное место, чтобы расслабиться. Есть огромные пляжи, много отличных беговых, велосипедных и пешеходных маршрутов, много парков и развлечений. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я стою на месте, которое достаточно популярно здесь, в Коронадо, потому что приезжают молодожены фотографироваться, сюда приходят туристы, потому что тут виден город Сан-Диего, и это очень красиво. Остров назван именем Коронадо. Франциско Васкес де Коронадо и Лухан был одним из испанских путешественников, исследователем и завоевателем. Родился он в Испании в 1510 году, а умер в 1554 году в Мексике. Он первый европеец, посетивший юго-запад современных Соединенных Штатов и открывший, среди прочего, скалистые горы и Большой каньон. Джон Дидрих Спреклс, сын сахарного короля из Сан-Франциско, немецкого американского промышленника Клауса Спреклса, основал империю транспорта и недвижимости в Сан-Диего в конце 19 и начале 20 веков. Он помог Сан-Диего перерасти в крупный торговый центр. Джон Спреклс покупает все активы Coronado Beach Company за 500 тысяч долларов. За исключением частных участков, Спреклс владеет всем Коронадо. Он неоднократно становился миллионером и самым богатым человеком в Сан-Диего. Совершите 15-минутную поездку через залив в Коронадо. Теперь выезд из двух мест в Сан-Диего – Бродвейский пирс и конференц-центр. Оказавшись на другой стороне, вы доберетесь до паромной пристани Коронадо, прибрежного рынка, на котором расположено более 25 уникальных магазинов и ресторанов. По данным Совета по общественным экономическим исследованиям, стоимость жизни в Коронадо оценивается в 140% от средней по стране, что делает его одним из самых дорогих городов США. В общей сложности в городе проживает всего лишь 24 тысячи человек, средний возраст которых составляет 37 лет,
а средний доход домохозяйства составляет 142 тысячи долларов в год. Доктор Бич признал пляжем номер один в Америке пляж Коронадо в Сан-Диего. Это широкий песчаный пляж длиной около 2,5 километров, расположенный на фоне культового отеля «Hotel del Coronado». Этот пляж популярен среди пловцов, серферов, загорающих и любителей пляжного отдыха. Остров Коронадо, известный своими великолепными пляжами, предлагает множество вариантов для веселья на солнце. На острове есть 5 гаваней с белым песком, включая центральный пляж Коронадо, рынок Ferry Landing, пляж Коронадо Док специально для собак, о котором я расскажу вам в отдельном видео. Если вы сейчас сидите за компьютером и смотрите мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти прогуляться. Присоединяйтесь к обществу активных и здоровых людей. В следующих видео я вам покажу собачий пляж и расскажу, как я танцевала у отеля Del Coronado. Поставьте лайк моему видео и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка.